Мама я луна, и были нежные березы. О, март-апрель, какие слезы во сне, какие имена. Во сне какие имена. Туман весны, туман страстей, рассудка тайные угрозы. О, март-апрель, какие слезы с просонья, словно у детей. С просонья, словно у детей. Как корочку хрустящий след жуют рассветные морозы. О, март-апрель, какие слезы, причины и названия нет. Причины и названия нет. Начинать с этой песни, потому что, ну, во-первых, она нам нравится, во-вторых, она написана Ларисиным другом. Нет, не Давид Самойлов, который написал стихи к этой песне, а музыку написал Вячеслав Иванов. Они вместе ходили в один клуб, жили в Барнауле, да, Ларис? Вот, поэтому мы эту песню будем петь всегда и начинать все свои выступления этой песни. То были капли дождевые, летящие из света в тень. По воле случая впервые мы встретились в ненастный день. И только радуги в тумане вокруг неярких фонарей поведали тебе заранее о близости любви моей. Поведали тебе заранее о близости любви моей. Как слезы капли дождевые светились на лице твоем. А я еще не знал, какие безумства мы переживем. А я еще не знал, какие безумства мы переживем. Я голос твой далекий слышу, друг другу нам нельзя помочь, а дождь всю ночь стучит о крышу, как и тогда стучал всю ночь, а дождь всю ночь стучит о крышу, как и тогда, тогда стучал, стучал всю ночь. Всю ночь.
искусственные стихи Тарковского музыку написал Вадим Мещук. Вот мы недавно были на концерте в Пскове, и вот с Наташей пели 2 часа концерт, и мы, честно говоря, больше говорили, чем пели, потому что я рассказывал всякие истории, написание песен, мы рассказывали про Восток, откуда мы приехали, а сейчас о чем рассказывать-то? Поем. Истории песен все написаны, ну, если это нами написанные песни. Вот. Если Сергеем написано. Здесь, песни. да, здесь вот. Все знают эти истории. Вот. А вообще Алла сидит, она вообще все знает. И вообще ничего не интересно, что мы рассказываем. Да. Ну, вот видите, да, она меня своеобразно любит. Вот. А вот вчера мы были в Меридиане. Для тех, кто не знает, что такое Меридиан, это примерно Восток, только чуть моложе. Вот. Это клуб авторской песни. Вот. И там выступал Игорь Малыгин из Ярославля. Был очень хороший концерт, но я, честно говоря, не знал Малыгина. И мне Наташа прислала его, наверное, лучшую песню «Зима», где он поет. Он такой своеобразный, бородато-волосатый такой, но худощавый. И очень красиво пел. Я послушал, думаю, нет, надо идти на этот концерт. И вот мы пришли на концерт, и он стал петь. Ну, во-первых, он не худощавый, уже другой, с постриженной бородой, с хорошей прической, пополневший. Ну, я его не узнал, мне уже менее интересно стало. Вот. А потом он спел где-то 5 или 6 песен. Я думаю, нет, надо уходить. Представляете, Игорь Малыгин, надо уходить. Это, ну, я, так как я не знаю. А он так построил свой концерт, что потом еще пели некоторые люди, менее интересные, пели его песни. Я говорю, почему мы не ушли? Сейчас неудобно через всех перелезать, но как-то вот надо было уйти. А потом вышел Володя Румянцев, это вот, ну, превосходный гитарист, и они вдвоем еще песен 10 спели. И вот я не пожалел, что мы остались, потому что было так красиво, такие песни, ну, просто вот действительно Игорь Малыгин – это шедевр. Вот, и я потом подумал, а может поменять этот концерт, который сегодня? Сначала поставить все дрова вперед, которые мы плохо поем, слова не знаем. У нас нет таких песен. Есть. Вы еще почувствуете. Вот, а потом... Потом подумал, ну так нет, возьмут, встанут и уйдут, как я. Поэтому, чтобы вы не ушли, мы так равномерно распределили, да. Вот. Это намек был на то, что надо остаться до конца. Может, да, в конце будет самое красивое. Это я к чему говорил, что потом я буду молчать, и мы будем больше петь. Вот. Девушки, они, как правило, всегда молчат. Я каждый раз им говорю, почему вы не разговариваете? Там, я буду разговаривать сегодня, да? Во втором отделении. Во втором отделении Лариса будет разговаривать. Так, После дождичка небеса просторные, голубей вода зеленее мед.
тяга в цвету. Может, жребий нам выпадет счастливый. Снова встретимся в городском саду. Может, жребий нам выпадет счастливый. Снова встретимся в городском саду. Но из прошлого, из злой печали, как ни сетую, как там ни молю, проливается черными ручьями эта музыка прямо в кровь мою. Волторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да волторны, капельмейстеру хочется взлететь. Первых авторов мы назвали. Давайте мы тогда говорим, если мы будем не будем называть автора, ну сейчас мы назовем, конечно, Булата Куджава. Да. Вот, мы не будем называть, это значит авторская песня. Вот это авторская. Песня Сергея, да. Да. А если мы будем остальные песни, мы будем авторов называть. Потому что, ну, в общем-то, Булата Куджава, конечно, все знают, а некоторых авторов не знают или путаются. Следующая песня. Следующая песня нашего друга, который написал музыку на стихи Леонида Замятина. Замятина. Евгений Савельев – это москвич, ну, обычный бард, скажем так. Он написал музыку к этой, вот нам очень понравилась эта песня, мы ее переделали, как обычно, на свой лад, и теперь поем. Он еще не слышал ее, ну, поем первый раз. Что могло уже случилось, ничего не изменить, а любви не получить. Винить. Да, горая, гаснет спичка, вытираю дождь со лба, наплывает электричка. Неизбежно, как судьба, я бы все переиначил, миг ли, век ли, погодя. Холод пригородной дачи, шум, шум осеннего дождя. Случилось, ничего.
ничего не изменить, а любви не получилось. Осень, осень, некого строчки. Так, это перевод Давида Самойлова, «Андалузские коплы». Музыка Виталия Харисова, казанского композитора. Ночь спокойная такая, что не слышен шорох в листьях. Если бы была такая тишина в душе и мыслях, есть две лесенки стеклянных, чтобы в сердце по ступеням восходить моим печалям и спускаться утешением, и спускаться утешением. Если бы моим печалям встретились твои печали, как они бы говорили, что друг другу отвечали. Птица с ниточкой в клюве, ты летишь легко и дивно. Дай мне нитку, чтоб пришилась сердце к сердцу неразрывно. Сердце к сердцу неразрывно. На горе я дом построю, говорили, темный, тесный, а вошел и все светилось красотой твоей небесной. Я люблю сильнее жизни, больше всех родных и милых, горячей земли неба, и сильнее любить не в силах, и сильнее любить не в силах. А любовь моя, как речка, вниз по ней бежит водиться, набегает, убегает, и вовек не возвратится. Поцелуи, вздохи, стоны, слезы, что текут упрямо, отчего идут, известно, а куда идут, незнамо, а куда идут, незнамо. Я услышал этот голос в тишине без повторения. Кто зовет? Спросил я, а ответ услышал время. Вот где наша Оля. Вот пришел наш главный зритель, который сидит всегда впереди и страшно всегда улыбается и очень мешает пить. Люда, сиди, не уходи. Да я шучу, Люда. Вот. Но про эту песню я скажу особо, потому что, Гена, такая особенная песня, потому что мы ее... Это песня, которую написал наш местный товарищ Владимир Шимшученко. К нему относятся все неоднозначно. Кто-то его любит, кто-то его очень любит. Вот. Это прекрасный поэт. И... При этом он пишет еще очень хорошие и, как ни странно, такие вот очень лирические песни. Потому что стихи у него иногда не очень лирические, а песни вот такие достаточно лирические. И у него есть
такая песня, которую, когда он пишет, вот, точнее, когда он ее озвучивает, когда он ее поет, он всегда просит звукооператора, который сидит, ну, или Гену, или кто там сидит на пульт, за пультом, он просит, сделай мне, потому что я пою, ты понимаешь, как я пою? А он поет, ну, так своеобразно, хорошо, но у него такой пронзительный голос мужской. Ну, у меня так всегда внутри все так застывает, когда он сильно так поет. Вот, поэтому он просит сделать ему такую реверберацию, ну, очень такую мощную все. Вот. А я, когда он поет это, я все время слышу женский голос вот в этом пении. Вот, я думаю, ну, нужно, чтобы вот это место женщина спела. И потом вот первым, кто спел эту песню, это вот Гена с Машей. А теперь вот мы попробуем с Наташей тоже ее повторить. Мы думали, что он придет, Шемшученко. Я ему позвонил, спросил разрешение. Он сказал, да пойте там, я все. Пойте. Он так спокойно относится к нам. Пойте, я вам он, все прощу. Он спросил, а слова не переделали? Я говорю, хотя я переделал слова, там у меня были два места. Потом Наташа говорит, не надо, это будет скандал. Так что не лучше не делает. Вот, поэтому эта песня, к которому такое длительное вступление, но мне она нравится. Вам, Игорь, тебе как? Игорь ее первый раз играет, так что... Второй. Да. Сейчас поймет. Часто бывает. Thank you.
Владимир Шумшухин. Следующая песня дуэтная, наша с Ларисой. Да, это женская песня. Мы в ней участвуем постольку. Не все так все. Елена Фролова, песня «Соломинка». Я для тебя туманом вымытый рассвет. Я для тебя обманом выпавший закат. И только нежность и сна неяркий свет пробьет тропинку в этот золотистый сад. Откуда ты глядишь с улыбкой на меня? Не знаю, в шутку ли молчать или всерьез. Доверись солнцу восходящего огня, в котором я сгорю, слюсь. И лишь соломинка любви к моим потянется ладоня, разлуку встречи утолить, печаль улыбкою резонить. Никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. Ах, если б свет моей любви не так душил меня в объятиях ледяных миров иных, какой бы нежностью цвели слова любви, умереть рождался день, но умирая не уходит насовсем. Я на тебя судьбою брошенная тень, не знаю кем. И лишь соломинка любви к твоим потянется ладоня, разлуку встречи утолить, печаль улыбкою резонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. Целуешь соломинка любви, к моим потянется ладоня, разлуку встреч удалить, печаль улыбкою резонить. Ты никому не говори о том, что счастье было с нами, но за соломинку любви держись упрямыми руками. Одной звезды
я повторяю имя, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Песня Елены Фроловой, следующая будет стихи Марии Маховой. Что у нас очень много Елены Фроловой. Да? Дуэтные женские песни. Это они выбирают все это. Надо ревизию сделать. Белое мое дерево, долго.
следующую песню мы не объявляем, поэтому понятно, чья она. Это называется «Париж», потому что вообще, я когда ее писал, вообще даже не думал о Париже. А потом как-то так вот пишешь песню, потом как-то так все... Как-то надо испортить что-то вот чем-то. Вот пришлось испортить ее «Париж». Ну, там много известных мелодий прозвучит. Да, ну, «Париж», он же... Это со всего мира туда всю любовь привозят. Там за горизонтом та же красота, все равно так хочется заглянуть туда. И порой не знаю, что хочу узнать, просто так шагаю, чтобы дошагать. А шагать нетрудно, впереди рассвет, мыслить безрассудно легкостью побед. Кажется, все ближе горизонта нить, надо бы в Париже пару дней пожить. Французские слова и все. Это... Нет, здесь да. Был нормальный текст, никакой не был. Ну, хороший, нормальный. Она даже нам потом перевод прочитала, такой красивый. Могу прочитать. Мы прочитали. Раз только Лена. Не, ну да, Лена, раз поняла, поговорить. О чем ты говорила? Я поняла. Час без тебя, и я не знаю, куда я иду. Не видеть и не слышать тебя. О, как я одинок. О, мое сердце полно тобой, если бы ты только знала, твое отсутствие заставляет меня
страдать на этой земле. Да. Ну, я все равно машина. Ну, поговорить, да? А вот сейчас будет песня прозвучать, которую можно петь вместе с нами. Я просто тоже вступление такое некоторое к этой песне. Мы были на концерте в Сосновом Бору, и там очень хороший клуб «Ингрия», очень такой теплый и, ну, очень приятные люди. Мы уже не первый раз туда приезжаем, вот у них раз в год отчетный концерт, и они приглашают гостей, чтобы выступали. А, и там пела, значит, одна девушка в отчетном концерте, и она сказала так: «Ну, а сейчас я спою такую эстрадную песню». Но любую эстрадную песню можно спеть по-бардовски. И спела песню «Старые слова» на стихи. Роберта Рождественского. Да. А музыку написал... Оскар Фельдсман. Да, Ян Френкель, да? Фельдсман. А, Фельдсман, да, Фельдсман. Вот. И мы послушали, и нам захотелось тоже спеть эту песню не по-бардовски. Классическое исполнение. Потому что это такое, знаете, вот уже все, что касается музыки, там гитары и так далее, то это такое уже немножко. Да ладно, давай по-бардовски спой. Ну, то есть, как бы плохо, плохо, может, ничего страшного, ничего страшного. Вот. Но она, кстати, спела хорошо, эту песню. Ну, по-своему. Мы сейчас спеем по-своему. Вместе с вами. Три слова, будто три огня. Что у вас три? Да? Да. Так уже цели попить. Три слова, будто три огня. Придут к тебе средь бела дня. Придут к тебе порой ночной. Огромные, как шар земной, как будто парус кораблю. Три слова, я тебя люблю. Какие старые слова, как кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, как кружится голова, а как кружится голова. Вечных, как весна, такая сила им дана. Три слова и одна судьба, одна мечта, одна тропа. И вот однажды все стерпя, ты скажешь: я люблю тебя. Какие старые слова, как кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Три слова, будто три зари, ты их погромче повтори. Они тебе не зря сейчас понятны стали в первый раз. Они летят издалека, сердца пронзая и века. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Какие старые слова, а как кружится голова, а как кружится голова. Молодцы. Мастер, только ты сможешь мне помочь. Песня на стихи Ирины Юрчук. Все, что ты спишь, мы все собираем. Существуют пути неземные, сквозь помехи разлук различаю. За
родные, обнимаю, целую, скучаю. У реки над рассветной долиной соловьи новый день привечаю. В переливе звучит соловьином, обнимаю, целую, скучаю. Мне б доплыть по реке до излучин, за которыми ждут на причале. Это музыка скрипа уключен, обнимаю, целую, скучаю. Только как не наляжешь на весла, все течением относит к началу. Все тускней одинокие весны, обнимаю, целую, скучаю. Вновь багряное алое солнце западне облаков и печали. Заклинанием этим спасется, обнимаю, целую, скучаю. Что спокойны, лишь делаем вид мы, стук сердец безнадежно отчаян. Подчинен триединому ритму, обнимаю, целую, скучаю. Между нами дорог километры, тени прожитых лет за плечами, но доносят залетные ветры, обнимаю, целую, скучаю. Между нами полмира, но снова колыбели надежды качаю. Три зовущих и ранящих слова, обнимаю, целую, скучаю. Три зовущих и ранящих слова, обнимаю, целую, скучаю. Сейчас прозвучит песня, ну, такая самая популярная песня у Александра Сафонова на стихи Шухрада Хусейнова. Хусейнова. Вот. Он, кстати, никогда не говорит, что это стихи Шухрада Хусейнова. Всегда говорит: Александр Сафонов, это моя песня, Александр Сафонов. А все знают, что это стихи. Специально. Все просто знают, чьи это стихи. А, когда все знают? Объявляется песня, все и так знают, чьи это стихи. Ну да, когда говорят, ну, на стихи Давида Самойлова, понятно, что там. А песня называется «Неглинка». Снежинки на твое плечо не спеша. Мы по
посерединке улицы Нелинки, словно разучились дышать, словно разорившийся наследник допивал вираль стакан вина, доказав, что есть любовь на свете, шла такой юная весна. Падал снег, парил асфальт в заплатах, шифера на нас ругались матом. Только мы Москвы не узнавали, и она не узнавала нас. Падают снежинки, падают снежинки, на твое плечо не спеша. Мы посерединке улицы Неглинки словно разучились дышать. Падают снежинки, падают снежинки, на твое плечо не спеша. Мы посерединке улицы Неглинки словно разучились дышать. Сколько их инструментов по списку,
столько их задакуй судьбе. Отчего же любовной цензурой? Цензурой? Да, цензурой. Отчего же любовной цензурой не дано друга видеть в упор, не согреться среди осени хмурой, никакой волшебной микстурой? Может, им не везет с партитурой? Нет, им нужен другой дирижер. Потому что мы все время пели такие вот лирические, очень минорные песни. И потом приехали в Смоленск на фестиваль. А там такая была член жюри, такая отрывная женщина, очень оригинальная. И она так вот стоит с пластиковым стаканчиком. Меня обливает периодически так, из него. И говорит: Наташа... Сережа, не ругай сейчас. Наташа, как-то будь более раскованной, ну как-то тебе нужно, ну как-нибудь, ну, тебе нужно растлить ее, как-нибудь растлить. Вот, чтобы она... Нет, такая, ну ты всегда свои слова используешь, она по-другому говорит. Нет, такая тургеневская, такая всегда, такая лирическая. Вот, ну и мы решили... Вообще-то было слово «раскрепостить». Вот. Ну, я вот как-то начал ее раскрепощать. Раскрепляя, раскрепощать. В результате Наташа нашла. Можно я поговорю? Сейчас поговоришь. И потом мы решили поехать на фестиваль, который вообще нам противопоказан. Это юмористический фестиваль, в Москве он проходит, называется «Юж». Туда вот должен был поехать Гена Смирнов, конечно. Он бы там стал лауреатом, то 100%. И мы решили, ну раз Гена не едет, и мы решили поехать туда с его песней. И мы сейчас споем песенку, жаль, что его нет, споем его песню, на которую мы стали кем-то там стали. Дипломатами, да. Но это было вообще совершенно нам не присуще. Вот. А, подожди, Лариса. Нет, я про другую песню хотела сказать. Ты вообще хотела сказать все про второе отделение. Про второе отделение. Я пела песни романтичные, упруго выгибая стан, пела мне чески фееричные, кармином красила уста. Я принимала позы томные и томно округляла рот, роняла вздохи многотонные и не клюет. А я червей копал заранее, а я крючки устал вострить, у речки назначал свидание, мечтал ловом поразить. Уже я рыбачил так старательно, но не везет, так не везет. И ты ушла, ругнувшись матерно, и не клюет. Я пела песни романтичные, а я крючки устал острить. Плела прически фееричные, мечтал ловом поразить. Уж мы рыбачили старательно, но не везет, так не везет. И мы ушли, ругнувшись матерно, и не клюет.
я говорю, давай. И мы вот на репетиции говорим, вот, Сереж, мы хотим такую песню спеть. Он говорит, ну ладно, как бы ты нам играй. Он играет, играет, говорит, какая-то дворовая песня. Мы с Наташей такой, что это дворовая? Это хорошая песня. Может, ты нам неправильно играешь? Он говорит, правильно, давайте я по-другому сыграю. Песня-то не дворовая, песня-то хорошая получилась. Я о песне придумала сама. Просто здесь такое место классическое, святое. Нет, ну эта песня вообще из репертуара коллектива «Лен-концерт». Автор Елена Красичкова. Красичкова. Я не знаю, куда уже есть. Красичкова. Я тебя придумала сама, чтобы написать об этом песню, чтобы по ночам сходить с ума, чтобы никогда не быть на месте. О тебе не знаю ничего, кроме обжигающих ладоней, кроме вдохновения твоего, странного тепла в холодном доме. О тебе не знаю ничего, кроме обжигающих ладоней, кроме вдохновения твоего, странного тепла в холодном доме. Ты меня придумал для того, чтобы оглушительно влюбиться, чтобы от дыхания моего радости отчаянной напиться. Обо мне не знаешь ничего, кроме ослепительного взгляда, кроме вдохновения моего и стихов на фоне листопада. Мы с тобой придуманы, пойми, явно не тобою. Похоже на кино. Помнишь, даже музыка звучала. Мы с тобой придуманы, пойми, явно не тобою и не мною. И не разобраться нам самим с этой неизбежностью земною. Мы с тобой придуманы, пойми, явно не тобою и не мною. И не разобраться сделаем маленький 10 или 15 минутный перерыв, чтобы проветрить зал, и вы немножко отдохнули. О, мой пресветлый отчий край, о, голоса его и звоны, в какую ввысь не залетай, все над тобой его иконы. Какой покой
торжество в его лесах, в его колосьях мне вечно слышится его. Четвертый человек сидеть там и петь таким голосом, басом, Валера Куменюк. Но он не пришел. Не пришел. И снова Елена Фролова. Напрасная колыбельная. Все больше нежности и хмеля, все больше мягкости и дремы ночного ждания метели в округе улиц, в круге дома, все ближе давняя усталость, все неразлучие. Обняв за плечи, любовь задумчиво ступает, найдя единственную встречу, не засыпает, и невозможно Гершинович. Марина Гершинович. А что у нас еще? Все с коробкой подожди. А у тебя нет слышалки? Есть.
Поем вместе с вами. Музыка Эдуарда Колмановского, стихи Леонида Дербенева. Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начал. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою. Придет как ливень, как метель, все заслонив вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. И может быть, вдруг я сама в твои глаза взгляну иначе, и станут вещими слова, что ничего сейчас не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Я хочу попробовать вам спеть песню на стихи Юлии Вихаревой. Музыку написал Игорь Малыгин. Я ее когда услышала, знаете, такая замечательная песенка. И я вдруг вспомнила, мне подруга подарила уже не знаю сколько лет назад шляпку. А я ее, знаете, никак не надем. Вот сейчас как раз случай. Шляпка. А жила она в круглой картонной коробке или просто на полке, прикрытая тряпкой. Говорили, хозяйка ее не из робких, если носит такую безумную шляпку. Эти перья нелепые, с мушками сетка, черный бант на полях из нейлоновых кружев. Говорили, хозяйка ее профурсетка, или, боже, помилуй, чего и похуже. Хоть слова эти были ужасны и гадки, шляпка все же считала немного иначе, что хозяйка ее в совершенном порядке, даже больше, чем те, кто об этом судачит. Всем нутром ощущала подкладкой атласной, лежа где-то в шкафу на комоде, что хозяйка купила ее не напрасно. И они
идеально друг другу подходят. Та-да-да-да-дам, та-ба-да-ба-да-бадам, та-ба-дам-пам-пам. Я правильно пою, это он же неправильно играет. Чтобы там не плели о бесстыдстве и сраме, сколько б там не возникло моментов неловких, ну как здорово было гулять вечерами, восседая на самой прекрасной головке. Ведь никто не заметит печального взгляда под вуалью искусно пришитой. По кругу шляпка знала о том, что хозяйка ей рада, ведь они идеально подходят друг другу. Не пою дальше, я расстроилась. Все. Под волнами ночная прохлада, волны колышат зеленое солнце, солнечный зайчик пригрелся в оконце, тихая мелодия, что еще надо? Солнечный зайчик пригрелся в оконце, тихая мелодия, что еще надо? Надо немногого, берег не дали, шелест признаний, да птица речная, неизъяснимое таинство рая. Тихая мелодия, о, звук печальный. Вверх по излучине против течения, скоро пристанем к истокам начало, что это было, как много, как мало, тихая мелодия, звон возвращения, что это было, как много, как мало, тихая мелодия, звон возвращения. Я без тебя не могу.
счастлив мужчина, который, слышь, я без тебя не могу. И вспыхнется сердце навстречу сердцу другому. Боли и горести уже залечат, прыгнут как в омут. Нежною радостью души наполнит тот, кто меняет судьбу. Счастлив мужчина, который ответит, я без тебя не могу. Счастлив мужчина, который ответит, я без тебя не могу. И вся вселенная встанет на страже этих двух человек. И без предательства, и без продажи пусть проживут свой век. Лодку починят, парус развяжут, вечного бытия. Счастливы двое, которые скажут, мы — это ты и я. Счастливы двое, которые скажут, мы — это ты и я. В летнюю полночь звезды небесные гаснут с рассветом. Город потушит огни разноцветные солнечным светом. Пусть отдохнут их, тревожить не надо, скоро в дорогу. Счастливы двое, уснувшие рядом, и слава Богу. Счастливы двое, уснувшие рядом, и слава Богу. Самые главные слова в этой песне все состоят из шести букв. В этом нету ничьей вины,
это только жизнь буквы любовь. Жаль, не нам и проложен путь, жаль, не нам по нему идти. Это только жизнь букв забудь, это только жизнь букв прости. Это только жизнь букв забудь, это только жизнь букв прости. Это только жизнь букв прощай. Это только жизнь букв настроения. Там было интервью с Ларисой Брохман, на концерт которой вот ходили Наташа. Ох, у меня не получилось прям вообще. Так я переживаю, конечно. Но вы знаете, что интересно? Я тут недавно что-то стала ее слушать, когда про концерт узнала. И услышала совершенно замечательную песню. Ну, не знаю, насколько она вам покажется замечательной, ну, прям такая вот. И я решила, что бы так вот и не спеть из репертуара Ларисы Брохман песню эту. Вот сначала спою, потом договорю дальше. Игорь. Я здесь. К одинокой даме, как пришла с работы, в двери позвонили в неурочный час. И, конечно, дама спрашивает, кто там. И незнакомый голос ей говорит: да, звони. Ох, я не готова, отвечает дама, а сама признаться вспомнила о том, как на Новый год она это загадала, и чтоб был как Челентано или Бельмондо. Гостя держит на пороге, дама дверь открыла, нервно щуря глаз, и вошел мужчина в кожаных перчатках и в рабочей куртке с надписью «Горпас». Вот к чему приводят парадоксы слуха, но одна подробность утешает нас. Стала дама часто говорить подругам: сегодня я в подгуле причиняю газ. И глаза у дамы радостно искрятся, и у дамы щеки греют кумачом. Многое умеют, если постараться, смелые мужчины с гаечным ключом. Нет, но это еще не все. Я же что стала петь-то? Вот. Я когда слушала эту песню, я прям вспомнила случай из жизни. Ну, прямо вот как эта песня. Ну, я же не могу вам ее не рассказать, я же потому песню спела. Вот. Мне знакомая такая есть, ну, в те там 90-е, 200-е, 2000-е годы, да? Вот такая прямо вся блондинка, прям вся такая модница, ну, прям комсомольская богиня. Вот прям и муж у нее был, ну такой рукодельный, у нее все включалось, выключалось, парилось, жарилось. Если это что-нибудь не выключалось, то муж сразу же это починил. Ну, короче, она говорит, я проблем не стала, вот прям с домашней утварью. А потом случилось непредвиденное.
они разошлись. И она говорит, ну ты не поверишь, вот все начало ломаться, ну вот прям вот как специально. И вот, значит, в очередной раз сломалась у нее электрическая горелка на плите. Ну и она же, конечно, эту проблему как-то должна решить, ребенка ж нужно кормить. И она взяла в руки кассету. А там, помните, в те вот годы-то, там сразу вот этот малый бизнес, вот это вот предложение, кто что может предложить. И она нашла объявление, муж на час, и она подумала, ну, прям правильно, вот, придет и починит горелку. И вот она говорит, ты понимаешь, в субботу хожу я дом, такая как чука вся, там, халатики, вот эта вот кичечка, вот это вот волосы, и вдруг звонок в дверь. Она говорит, я открываю, не поверишь, стоит мужчина. И с газеткой в руках. И такой парфюм прям приличный. И говорит, здравствуйте. Она говорит, здравствуйте. Он говорит, мужа на час вызывали? Она говорит, вызывала. Он говорит, я пришел. Она говорит, а инструменты? Он говорит, все при мне. Она говорит, ну, проходите на кухню. У меня горелка сломалась. А он говорит, а при чем тут горелка? А она говорит, ну, как-то горелка у меня сломалась. Мне нужен вот муж на час, чтобы починить. А он говорит, а я вообще-то по другой части. Она говорит, по какой? И говорит, тут до меня доходит, что-то он пришел-то весь такой при параде. Ну, в общем, говорит, понимаешь, что, конечно, горелку он не починит, так и пришлось ей, в общем-то, идти в магазин, покупать горелку и вызывать электрика. Ну, песня-то, а? Ну, прям не бровь, а глаз, правда? Мы были на концерте, вот, женщины Ларисы Брухман, да? Да. И она пела тоже эту песню. Ну, Лариса там проговорила, там бум-бум-бум, мужик сказал что-то непонятное, да? А там она, когда говорила, она сказала, и, ну, может, мне так послышалось? Там было такое слово «оргазм». И дальше я смеялся только потому, что там было это слово. И оргазм, оно как бы перекликается с оргазмом. Да. Ну, там была это, Лариса, нет, Лариса просто пощадила это место. Там все-таки в гнезде можно, это, там столы накрыты, и как-то люди спокойнее смотрят. Она мне спорит, говорит, нет, там не было этого слова. Андрей Колесников. Бьются руками, не горы.
все через сердце спрятан в груди. Дело в том, что я не могу там
Оля, она сегодня три раза мне в любви объяснилась. Вот. И я, значит, один в любви. Ларис, сиди сюда, Ларис, сиди сюда. Вот. Просто есть две песни, которые она, вот когда она приходит, садится, так всегда, на втором или на третьем ряду, и всегда просит спеть эту песню. Вот. А так как она ходит нечасто, ну вот споем. Мы ее не готовили, будет экспромт. Лариса, иди сюда, иди сюда. Можешь одеть шляпу. Всегда привычно считаю твое чуть приоткрытое окно. Заметила тебя давным-давно, и мне, конечно же, не спится. Твой взгляд, который расстучится, мое чуть приоткрытое окно. Окно и взгляд навстречу давно. Погасли свечи, горевшие весь вечер для тебя и для меня. И мы, конечно, знаем, что голову теряем у этого чуть приоткрытого окна. Сегодня, по-моему, хороший звук, и вам было комфортно. Да, спасибо. Вот. И спасибо вам, что вы пришли, составили вот такую огромную... Спасибо. Я не так, как всегда, благодарна за запись, за сохранение этого концерта. Спасибо.